Территория машин. Всем привет! С вами «Территория машин» – программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу вам о золотом Роллс-Ройсе и новых московских светофорах. Британская компания Rolls-Royce делает очень дорогие автомобили. Основным принципом работы всегда был индивидуальный подход к каждому клиенту, который, как известно, всегда прав. А еще на свете живет один китайский бизнесмен по имени Стивен Хун. Он владеет компанией, оператором отелей, и вообще мужчина весьма оригинальный. В 2014 году он заказал 30 автомобилей Rolls-Royce Phantom, чтобы обслуживать своих гостей. Покупка обошлась ему в 20 миллионов долларов, что для производителя абсолютный рекорд. Теперь англичане собирают ему по-настоящему оригинальные автомобили в количестве 2 штук. На корпус автомобиля нанесено 24-каратное золото, которое равномерно распределено по всем деталям. Для осуществления проекта на завод в Гудвуде было завезено специальное оборудование, в том числе и то, которое удаляет микрочастицы пыли. Кузов красится в 10 слоев, один из которых как раз золотой. Для пущего эффекта из золота сделана и знаменитая фигурка «Дух экстаза», а логотип компании на решетке радиатора отделан бриллиантами. Похоже, что у арабских шейхов появился очень серьезный конкурент. Даже сложно представить, чем они ответят. Давайте вернемся в мир простых людей, таких как мы с вами. В Москве проходит один очень интересный эксперимент, связанный с пешеходными переходами. Светофоры в некоторых местах города установлены на высоких опорах, чтобы их было видно издалека. Вот эти опоры и решили использовать в качестве инструмента борьбы за безопасность. Теперь установленные на опорах световые ленты загораются тем же цветом, что и основная светофорная секция. Согласно всяким исследованиям, дополнительная подсветка на 40% снижает аварийность на пешеходных переходах. Ведь теперь светофор вообще весь светится, и не заметить его невозможно. Власти Москвы надеются, что эксперимент перейдет в следующую стадию и получит дальнейшее развитие. Сейчас о приближении перехода водителям напоминают световые сигнализаторы желтого цвета, но внимание на них обращают редко. Это была «Территория машин». Не забывайте пристегиваться. «Территория машин».